Всем привет, друзья! И сегодня я покажу все мои моды. Итак, первый мод – это Modern Tools. Это вообще, конечно, мой не особо часто им пользуюсь, но мне нравится, да. Я помню, он у меня стерся, но я его заново все-таки скачала. Это все моды на версию 1.7.0. Уверяю вас. Я еле их всех нашел. Я дошел до просторов Ютуба, и это все моды на версии 1.7.0. Следующий — Jarls Craft. Я очень часто его использую, но можно поиспользовать. А мой любимый, мои любимые моды — это Lucky Block, Behavior и Mind Фарнитур. Моя фарнитура и Lucky Block — это мои самые любимые моды. Lucky Block я очень часто открываю, знаете, у меня на канале постоянно выходит видео о Lucky Block, но они что-то у меня чуть-чуть забаганы. Что-то версия 1.2.1.0. Ну, все тут 6.0.0.0.1.0.0, а тут 0.0.1. Но все равно он у меня что-то в мирах устанавливается. Так, тут глобально. А, и еще у меня... Вот. Jombas Meder Addon Entehre Jombo Akkod. Это матное оружие. Он добавляет музыку, когда ты кидаешься чем-то, яйцом, ну или чем-то другим. Например, луком. И он еще добавляет текстуру оружия. Например, пистолет и... Ну, и такой... пистолет, короче. И гранату. И... еще Одиссея. Будущее ждет. Отправляйте в новую галактику. Постройте собственную ракету. Так. Часто я иногда там все-таки захожу и там строю ракету. Да, я построил когда-то там ракету. Ну и в следующем видео я покажу все эти видео. И это будет даже моя собственная рубрика. Там я сначала вам покажу мои самые любимые моды. Это Mine Furniture Lucky Block. Сначала я покажу Lucky Block, потому что я его первым нашел, потом Mine Furniture, потом я вам покажу мод, как его, Modern Tools, потом Jarls Craft и с оружием, и потом Одиссея. Ну и сегодня такой обзорчик модов. Всем пока, и с вами был Кузьма.